есть замечательная интерактивная доска, которая практически уже заменяет обычную доску. То есть можно ее просто использовать. Допустим, открываем, да, можно выбрать соответствующее перо и, используя либо специальную ручку, либо можно даже просто пальцем что-то, допустим, написать. Я думаю, что детям особенно интересно, то есть то, что можно пальцем, допустим, писать, потому что сейчас же у них много всяких этих гаджетов, планшетов и так далее, поэтому... На память. Кошка, видите, сзади.